приглашение на новогодний утренник мэра теперь можно получить, разместив в Инстаграме предпраздничный ролик. Таковы в этом сезоне правила отбора на елки главы города. Напомню, если раньше список участников формировали учителя, то сегодня дети могут заявляться самостоятельно. Задача простая – снять веселое видео и разместить в Инстаграме с хэштегами. Девчата, посмотрите на меня! Делай, как я! Делай, как я! Всего приглашения получат 1500 учеников 4-х классов, причем прийти на утренник мэра они смогут с родителями. Добавлю, само шоу пройдет во дворце «Кристалл-Арена» 18 декабря. Тем временем сладкие новогодние подарки от главы города получат не только участники мэрских елок, но и остальные ученики начальных классов. Их в городе всего 55 тысяч.